Тысячелетний Брест подготовку к своему юбилею начал заблаговременно, и это оправдано. Город на всех этапах своего развития менялся и расширялся. Новая застройка активно окружила старые уютные кварталы, которые уже нуждались в реконструкции, ведь многим домам здесь от 20 до 50 лет. Комплексное благоустройство и ремонт проходили и проходят не только в центральных районах. Улица 17 сентября, проспект Машерова, бульвар Космонавтов, но и на окраинах, например, на Кирпичной. Таким образом, практически каждый район получил обновление. Цифры по итогам 2018 года следующие. После капитального ремонта 37 объектов. В этом году планируется ввод и ремонт 31 объекта капитального ремонта. Планируем выполнять 26 объектов. У нас полноценный ремонт домов с заменой кровли, ремонта фасада, заменой инженерных сетей. 5 объектов – это у нас капитальный ремонт конструктивных элементов, отдельных конструктивных элементов. И в эти теплые августовские дни работы продолжаются. На 17 сентября завершается покраска фасадов домов. Совсем скоро эти старинные домики заиграют по-новому – красивым декоративным оформлением и оставленными художниками надписями, как напоминание о большой истории города. Меняется и дом по Ленина 38. Кроме фасадных работ, здесь ремонтируют крышу. Проводятся работы по ремонту фасадов, по ремонту кровли, замену утеплителя, по восстановлению замене инженерных сетей. На данный момент на объекте работает порядка 15 человек. Работы к завершению идут по фасадам, по установке балконных ограждений. Приступаем к замену инженерных сетей. И вот объекта планируется в сентябре месяце. Капитальный ремонт домов – это комплексная реновация, которая затрагивает не только реконструкцию внешнего оформления. Большая работа проводится и по ремонту инженерных сетей. Капитальный ремонт домов входит замена кровли, ремонт фасада. Есть ремонт фасада с выравниванием полистирольными плитами. Есть просто штукатуривание с текстурной отделкой. Замена инженерных сетей по подвалам, также по стоякам. Замена газопроводов включена в этом году также. Строители активно трудятся в эти дни. Многие работы нужно завершить, пока позволяют погодные условия. Что же касается в целом проведения капитальных ремонтов, то они будут продолжены согласно графику. Планы по реновации на следующий год будут озвучены в январе 2020 года.